был простой вопрос, да? Что означают имена твоих героев? Ты про него забыл. Я про него не забыл. Я просто хочу сказать, что имена моих героев – это чисто фонетическая игра. То есть, если я строю контекст, как мне представляется, во всяком случае, такое желание присутствует, с претензией на некую музыкальность, на разных уровнях, не только вот сама манера повествования, а и даже ход размышлений и прочее, чтобы вот переходил в эту сферу, то у меня масса фонетических моментов, которые вот выполняют, как мне представляется, свою фонетическую функцию. Прекрасно. Фонетическая функция – это то, что называется эмоциональной окраской звука. Да? Да. Да. А понимаешь ли ты, что если эмоциональная окраска предполагается, то ассоциации, связанные со звучанием имен, как и со звучанием музыки, всегда, как бы так сказать, исторически, национально, психологически окрашены. Существует огромное количество книг о том, какое действие производят имена на людей. Если ребенку дать имя, то это имя влияет на характер ребенка. Если ты даешь своим героям имена, эти имена влияют на восприятие этих героев. Как бы мы ни прятались, но ассоциации все равно возникают. Точно так же, как звучание музыки всегда связано с определенным рядом ассоциаций, которые возникают у наслушанного человека. Вот есть начитанные читатели, а есть наслушанные слушатели. Да? И вот наслушанные слушатели, они ловят, да, они слышат в этом симфоническом произведении еврейский кидуш или кадиш. И я даже не знаю, как это называют. Они слышат еврейскую народную музыку или русскую народную музыку. Они слышат spirituals или какие-то африканские ритуальные танцы. Всегда связано с определенной традицией. Любое звучание, любой ритмический рисунок, любое повторение звуков связано с теми ассоциациями, которые культурно-исторически уже возникли. Если появляется название «Клариса», никуда от «Кларисы» не деться. Пошли ассоциации. Что с этим делать? Ты начал говорить о наслушанных людях в области музыки. Я очень внимательно отслеживал этот процесс, не говоря о том, что читал даже книги на этот предмет и пытался понять, как вообще мы оцениваем то или иное музыкальное произведение и присваиваем ему, что вот это вот талантливо, это бездарно, это гениально, это туфта. Так вот, 90%, а то и больше людей, слушающих музыку, слушают ее именно так, как ты сейчас сказал. То есть мы, услышав что-то принципиально новое, ну вот новый композитор там что-то сочинил, не знаю, Шонберг какой-нибудь там, вот гамму новую ввел. А я в своем мозгу ассоциирую с тем, что я знал раньше. Если ни одной ассоциации не возникает, я отторгаю, как правило. Нет. Как правило. И только единицы умудряются подняться над этим. То есть у Ницше на этот счет, я не знаю, сколько написано, он даже такую фразу изрек, что человек есть существо оценивающее. Видишь, не назвал его там прямоходящим, не назвал его существом думающим, как часто называют, а оценивающим. То есть человек умеет присваивать оценки тем или иным вещам. И вот именно это умение присваивать оценки и выделяет человека, вот по мнению Ницше, а я тут ну, присоединяюсь, поскольку, видишь, ты меня с Прустом уложил в его прокрустово ложе, а я на самом деле еще и в этом ложе побывал, и оно меня сильно затронуло.
Так вот, для Ницше, как я сказал, это вот умение оценивать. Человек – существо оценивающее. Я так повторяю, потому что мне очень хочется сделать на этом акцент. И вот это умение – это всегда качество именно художника. То есть человек, умеющий это делать, умеющий вырваться из того фона, в котором происходят какие-то процессы, где срабатывают все эти ассоциации, о которых ты говоришь и прочее, и вот подняться над ним. Да, как правило, его не принимают, как правило, он остается непонятым, и проходит какое-то время, иногда так и остается непонятым. У Станислава Лема на этот счет есть рассуждение о трех степенях гениальности. Так вот, самая высшая степень гениальности – это когда не понимают никогда, вообще. Вот все, забудь. Ну, видишь, сам себя я не собираюсь ни на одну из этих полочек помещать. Так вот, Кларица ты читаешь, а ее зовут Кларица. И там где-то ударение даже стоит. Если издатели его не поставили, то это значит, к сожалению, их промах, а не мой. Так вот, Кларица с Кларисой, ударение у Кларисы тоже там же падает. Ну, не знаю, тут не буду с тобой спорить. Может быть, ты и прав. Для меня она диссонанс, который пытается найти себе консонансную ноту. И когда ее находят, случается то, что случается. Ну, да. Не буду пересказывать. Замечательно. 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 Итак, мы вышли в очень серьезную сферу. Есть новаторство как принципиальный подход ко всему в жизни. И к технике, и к искусству, и к образу жизни. Да? Есть люди, живущие по канонам, есть люди, живущие вопреки канонам, по-новому. Это так называемое течение авангардное, модернистское, то есть все это родилось приблизительно в те времена, когда жил Марсель Пруст, когда он дружил с импрессионистами, были и музыканты авангард того времени, которые вышли за пределы тех исторических культурных ассоциаций и создали свои культурные ассоциации. Да, появилась музыка вслед за Бахом, Моцартом появился Бриттен, да, и стало очевидно, что вот и это намеренное отторжение всего ассоциативного ряда или даже всех ассоциативных рядов есть тоже определенного рода ряд ассоциаций. И те композиторы, художники, писатели, авангардисты, они ведь вступили в соревнования сами с собой. И появилась точно такая же традиция, какая существовала до этого. Ну, раньше традиции были национальные. Вот некий композитор, Глинка, например, основывается на русской песне. А есть там современный композитор Шаинский, который основывается на еврейской мелодике. И все детские песни – это, значит, вот трансформации еврейских мелодий, которые в детстве слышал Шаинский. А есть музыка, которая не связана ни с какими мелодическими историческими ассоциациями, и уже внутри себя музыка авангарда начинает для определенного круга знатоков и ценителей, она тоже обрастает уже своими рядами ассоциаций. Точно так же происходит с литературой. Там Джойс, Пруст, Фолкнер и все, что появляется после этого, уже тоже создает новые ассоциативные ряды, создает новый контекст или новые контексты, и никуда от этого не деться. Значит, да, вне времени и пространства реального существуют герои. Создают ли они при этом свое время и пространство? Есть пространственно-временной континуум Вальдберга, или его нет? Опять ты длинно сформулировал не один вопрос, а я их насчитал 5, пока тебя слушал. Я запомню последний про континуум и мое время и место, но начну чуть-чуть раньше.
У Пастернака была гениальная фраза, что любое настоящее произведение искусства – это есть акт беззакония. То есть то, о чем ты говорил, нарушение канона, правил, вот когда человек вырывается из своей среды. Но на этом цитата не кончается. Я по памяти говорю, но я ручаюсь, что я близко к тексту. Но потом это беззаконие узаконивают. И по проторенной дороге идут толпы подражателей. То есть происходит, вот я просто, видишь, пастернаковскими словами попробовал сказать о том, о чем ты сейчас сказал. Да, действительно, новый художник, мыслитель, вот там, называй его модернистом, авангардистом, как хочешь. Вот да, существует некая среда, существует некий фон. И он вырывается из него. Поначалу он один. Он беззаконен, действительно, он нарушил какие-то правила. Но наше восприятие, я возвращаюсь к твоим предыдущим вопросам, когда мы слушаем музыку и ищем ассоциации с прежде слышанным, а в литературе нами читанным, знакомым и так далее. Не может среда воспринимать эту новизну без этих ассоциаций. И тут, я не знаю, мне трудно удержаться, но и на этот счет есть целые построения вот, психологические, что массовый человек – это, ну, я не знаю, конформизм автомата. Я сейчас пользуюсь философскими терминами. А, как правило, молодое поколение, а заметь, что вся эта новизна, в общем-то, идет от молодой публики, как правило, да, там все великие физики, математики, не тебе рассказывать, были совершенно молодые люди, потому что они еще не обросли вот этими догматами. В них вот присутствует элемент вот этого отрицания, так это называют, то есть неприятие того, что есть. И лишь единицы поднимаются не просто до отрицания фона, а до конструктивного создания чего-то нового. И вот, видишь, такую вот иерархию я выстроил, я ее из нескольких философов собрал, но вот сконструировал. Так вот, конечно, тут я с тобой совершенно согласен, не может художник, поэт, писатель, драматург, кинорежиссер витать в пустоте. Ну, Феллини возьми с его фильмами, когда появился там 8,5. Я до сих пор помню этот просмотр, мне повезло его смотреть в Дворце спорта в Москве. Шабалдеть можно, там 10 тысяч зрителей влезало. Когда фильм кончался, я думаю, что если бы я насчитал человек 50, то это было бы чудо, было меньше. Все ушли, ничего не понятно, не воспринимается просто такое искусство. А сегодня любому, ну я не знаю, кому хочешь, покажи, классика, ну как же, вот надо учиться, как он это делает, это пятое и десятое. Не буду перечислять все его находки, что он там открыл и все. И сегодня я могу назвать режиссеров, которые, да, они на втором, третьем уровне находятся в плане, но они просто слизывают его находки, идут за ним. Лена, ты уходишь. Я ухожу. Мы тебя теряем. Вот, я просто хочу сказать, что это закономерный процесс эволюции вот в этом. И я не хочу сказать, что когда я начинал создавать свою параллельную вселенную, вообще это слово у меня было в голове, и был такой замысел. Но меня не устраивало все, что есть в литературе. Ну вот все не устраивало. Вот читал, восхищался, умел погружаться в кого-то, мне кажется, умел. И погружаясь там в того же Чехова, того же Булгакова, в того же Пруста, для себя решал, а я так не буду. Вот именно потому, что они делают так, какой смысл повторять? Есть смысл делать по-другому. Я прошу прощения, да, мы вышли из графика, 13 часов просто то время, которое я отвел, исчерпано. А разговор далеко не закончился, он не дошел даже до середины. Да? Принципиальный вопрос. Есть время пространства имени Вальдберга? Есть. Я считаю, что есть. Прекрасно. Я в этом смысле, сейчас ты опять скажешь, меня уносит, но вот не могу я от этого удержаться. У Джойса была гениальная фраза, что у всякого настоящего писателя, ну видишь, опять скажет, переношу на себя. В чернильнице только один роман. Если даже он написал их много, это продолжение все той же книги.
я вошел в этот мир, в это пространство. Оно вот возникло достаточно давно для меня. И не ставлю себе целью из него выходить. Я его обживаю, и в нем еще масса необжитых углов, необжитых каких-то закоулков. И мне там интересно. Интересно ли там моему читателю? Мне трудно сказать. Я вообще на этот счет придерживаюсь такой концепции, жесткой достаточно. Я терпеть не могу писателей, которые ищут дорогу к читателю. Ух, как здорово! Вот с этого места, я долго дразнил, наконец вытащил из Геннадия нашего Вальберга, из Вильяма нашего Шекспира, вытащил то, что самое интересное. Итак, мы услышали, я суммирую то, что зацепило меня. Прежде всего, оценочный подход, который делает человека человек, не содержательный, а оценочный. Мы говорим, нравится, не нравится, хорошо, плохо. Но мы не задумываемся, а что это было? Мы же начинаем с того, что у выхода из кинотеатра стоят зрители, которые думают, покупать билет или не покупать билет на следующий сеанс. Из кинотеатра выходят люди, их спрашивают, ну, нравится, не нравится? Человек, прежде чем купить билет и пойти посмотреть этот фильм, он спрашивает впечатления выходящих из кинотеатра. И никто не спрашивает, а про что это, а зачем это? А как это? Да? Да. Ницше отметил свойство, которое на самом деле, как мне представляется, антигуманистическое. Это свойство, которое задерживает развитие человечества. Замена содержательного подхода. Про что? Зачем? Оценочным подходом, хорошо или плохо, существенным образом останавливает нас. И вот когда Вальберг говорит, мне все равно, что обо мне подумают, я не иду за своим читателем, Вальберг на самом деле подменяет суть оценкой. Суть не в том, сколько читателей, и как они приняли книгу. Суть в том, дошло или не дошло то, что хотел сказать Вальтер. Вот следующую нашу встречу я хочу назвать «Континуум Вальтберга». Ну, ради бога, называй. И я, моя задача, Вальтберг сказал, мне все равно, сколько у меня будет читателей, я не буду идти на поводу у своего читателя. А я, будучи, извините за выражение, критиком и редактором, являюсь посредником между читателем и писателем. Это моя профессиональная роль. Я посредник. Я вас с вашими читателями, господин Вальберг, должен как-то задружить. Ой, Александр, маркетингом от этого попахивает. Маркетингом. Совершенно замечательно. Маркетинг – это что-то вроде фрагонар. Запах парфюмерной фабрики французской фрагонар, которая нигде не рекламируется, туда водят туристов и грузят, и лечат, и охмуряют их прямо там тетеньки на фабрике. Был в Париже. Если ты был с женой, я сейчас поспорю, что она тебя развела там на... 3 евро. Но именно там я не был, я был в других местах похожих, и да. Она таки меня развела. Развела. Так вот я и говорю о том, что маркетинг – это очень приятный запах. Мне нравится запах маркетинг, как будет по-английски запах маркетинга. Marketing spirit. Хорошо.
Так вот, если ты из меня вытянул одну фразу, сейчас ты вытянешь и другую, что маркетинг – зло, останавливающее эволюцию человечества и приводящее к стагнации. Замечательно. А я даю прямо противоположное суждение. Тезис – маркетинг – зло. Я выдаю антитезис. Маркетинг – добро, которое стимулирует эволюцию и приводит ее в нормальное функциональное русло. Поспорим на примерах литературы. И сразу, значит, ставим задачу. Вальдберг не хочет новых читателей. Вальдбергу все равно, сколько людей купит его книжку и сколько людей ее прочтет. Вальдберг дорожит тем, что вот нашел одного единственного читателя, вальдберговеда, можно сказать, и в моем лице, да, расправится со всеми своими читателями образцово-показательно. То есть писатель Вальдберг жалкого критика Гершаника будет сечь публично. Ой, ну какую ты вообще меня задачу-то взвалил? Я... Ничего, это ты... А это ты сам взвалил на себя эту задачу, ты начал, ты, я тебя дразню, а ты мне так и пару раз в морду хотел заехать, да, пока постеснялся, пока, а публика от нас ждет драки. Ну, понимаешь, в чем дело, я по природе своей не насильник, ну вот так меня Господь Бог сотворил, и поэтому, как я уже сказал, и книг своих людям не навязываю, поскольку это подпадает вот, ну, что ли, под тот же принцип. Точно так же вот, помнишь, как у Высоцкого, бить человека по лицу я все же не могу. Но если ты так будешь меня отчаянно провоцировать, то не знаю, не ручаюсь, что удержусь. А то, что требовалось доказать. То, что нужно читателю. Читателю нужна... Если Вальдберга трудно читать, то, по крайней мере, легко смотреть, как Вальдберг бьет морду своим критикам. Ой, Александр, я смотрю, если пользоваться музыкальными терминами, мы дошли до крещендо, а коду не следует здесь делать, потому что если мы сейчас все это приведем к какой-то коде, то о чем говорить дальше? Нет, ничего, а, ничего. Давай на крещендо и останемся, да. И начнем в следующий раз без увертюры, да. Прямо с крещендо. Да, да. Но для этого редкая птица долетит до середины Днепра, редкий слушатель дослушает нас до конца. Поэтому мы сократим нашу запись, сделаем, что называется, обрезание, проведем некоторый монтаж и обсудим, как это представить дальше. А на этом я ставлю пока многоточие. Договорились? Договорились.